Hello всем любителям Linux и гостям канала. Сегодня, как вы уже могли догадаться по бэкграунду сегодняшнего ролика, речь у нас пойдет о том, как записать образ Windows на флешку под Linux. Несмотря на то, что в сети гуляет масса способов, гайдов и туториалов, как записать Windows на флешку под Linux, большинство этих гайдов и способов, они либо уже не актуальны, не работают, либо работают неправильно. И сегодня я бы хотел показать несколько таких простых способов, как качественно и реально вот рабочие варианты, как на данный момент, на момент выхода этого ролика, можно записать Windows на флешку, и все у нас будет работать 100%. Потому что лично я с этим столкнулся, намучился с этим очень много. И ко мне неоднократно уже приходили люди с вопросами, как записать Windows, блин, на флешку. В интернете огромное количество способов, но они нифига не работают. Вот сегодня мы это и узнаем. Итак, значит, у нас есть флешка. Я сейчас ее воткну в комп. У нас есть некий образ с виндой. Не помню уже, какая там у меня винда, вроде как семерка. Так, давайте посмотрим. Да, у меня есть семерка профессиональная. И вот как раз таки с семеркой и больше всего, то есть со старыми версиями Windows больше всего проблем происходит, чем с новыми версиями. Вообще, в принципе, с виндой как бы основная проблема, почему с виндой такие проблемы с записью ее на флешку, заключается в том, что у нее просто принцип записи немного отличается от записи записи и сообраза дистрибутива Linux на флешку. Вот там свои, короче, причуды у этого Windows, поэтому приходится использовать специальный софт, специальные программы для этого. Так вот, у нас есть, во-первых, программа VoUSB GUI. Сейчас я покажу ее, откуда можно установить. Она у нас идет... есть VoUSB NG, это более новая версия, есть VoUSB GUI, это более старая версия. В общем, программа, как бы, это обе программы VoUSB, направленные на то, чтобы записывать ISO-образ Windows на флешку, имеют графический интерфейс, конкретно VoUSB GUI и VoUSB NG. Но сама по себе программа, просто VoUSB, она не имеет графического интерфейса, она полностью консольная. А вот именно VoUSB NG и VoUSB GUI, они именно имеют графический интерфейс. Вот как бы даже на главной страничке на GitHub видно вот иконочка. И там графический интерфейс есть, который я дальше покажу. Запущу, значит, со своей тестовой системы, там покажу. Вот. И есть у нас еще такая утилита, как винтой. Кстати, почему я не упомянул винтой сначала, я еще дальше поясню. Там есть с ним определенные нюансы с этим винтой. Есть у нас еще винтой вот для записи образов на флешку. Но винтой работает немножко по другой технологии. Кстати, вот можно картиночки посмотреть. Я думаю, многие уже видели, кто с винтой знаком. То есть у нас после загрузки с флешки с винтой у нас вот такой вот интерфейс у винтой. Ну, то есть мы попадаем в такое графическое меню винтовское. И есть у нас еще программа, которая называется Windows 2 USB. Это полностью терминальная программа, терминальный инструмент. Вот у него есть страничка на GitHub, где описаны команды, как им пользоваться. И это... единственная, черт возьми, программа, которая реально помогла мне записать ISO-образ с Windows на флешку. Ни VoUSB NG, ни VoUSB GUI. Винтой вообще, там он ISO-образ винды, диски после винтой не распознает. Но это не значит, что у вас могут возникнуть такие же проблемы с винтой, как у меня. Возможно, у вас такой проблемы и вовсе не будет. Однако, я с такой проблемой столкнулся, с тем, что ISO-образ винды, закинутый на флешку с винтой, некорректно работает и не видит диски потом напрочь. То есть диски, подключенные по SATA или как-то еще по-другому, винда их не определяет, вообще не видит.
Она все время просит какой-то непонятный драйвер, которого не существует. В общем, поэтому я рекомендую винтой в меньшей степени, чем вот эти две другие перечисленные программы. А вот эта программа, моя радость, она реально помогла мне, лично мне помогла записать все ISO-образ винды на флешку. Ну и я думаю, еще может много кому поможет. Вот. Я покажу вам, как ей пользоваться, но вот за это я могу реально сказать, что она хорошо записывает. И еще вроде как Voi USB GUI мне написал недавно один человек тоже по поводу записи ISO-образа на флешку, по поводу записи Windows 10 на флешку. Вот. И конкретно программа Voi USB NG ему помогла. Voi USB NG, вот эта программа ему помогла. Там графический интерфейс. В общем, далее я это покажу. То есть вот эти вот три программы основные, которые мы используем для записи ISO-образа на флешку с виндой. Ну и далее я покажу, как это все делается. Но предварительно могу сказать, что придерживаться как бы использования программ лучше двух. Это Voi USB NG и Voi USB, точнее Windows 2 USB. По поводу всех этих рецептов, где показывают, что на флешку якобы нужно записать там раздел определенно создать на ней в формате FAT32, NTFS там или EXTFAT, и после этого закинуть на этот раздел предварительно распакованные файлы Windows, и что потом типа втыкаем флешку в компьютер, и после этого у нас запускается винда с этой флешки. Но что-то у меня чуда никакого не произошло в этом плане. Я раз 15 пробовал в разных вариациях записывать эти файлы на раздел флешки, там менял эти файловые системы, там FAT32, NTFS пробовал. В общем, нифига у меня не заработало. У меня просто, в принципе, с флешки винда не запускалась никак. Поэтому я не думаю, что это способ на 100% рабочий. Хотя, возможно, есть такие гениальные люди, у которых все-таки получилось сделать так, чтобы все это заработало. Я уверен, найдутся такие, и об этом обязательно напишут в комментариях. Или напишут, что там через DD оно там записывается и работает. Лично я пробовал, у меня не заработало, поэтому рекомендовать не могу. Поэтому переходим дальше, значит, непосредственно к записи ISO-образа на флешку. Итак, значит, для начала установим эти программы. Как устанавливается у нас Voi USB NG? У нас это написано на страничке на GitHub, то есть просто пишем Voi USB NG, да господи, даже если просто написать Voi USB, а вот здесь уже, да, на GitHub мы не попадаем. Ну, значит, придется дописать Voi USB NG. В общем, первая ссылочка у нас на страничку на GitHub, сюда переходим, и здесь у нас отлистываем немножко вниз. Вот, installation. Установка под Arch Linux, Saura, пакет Voi USB NG, в Ubuntu, в Fedora и так далее. Так, и здесь еще дополнительные зависимости обязательно вот, которые нужны для, так сказать, установки этих пакетов. Тоже не забываем пролистать вниз и установить эти зависимости. Далее, что касается винтоя. Пишем винтой. Потом переходим сюда. Винтой, кстати, есть еще и под Windows. И под Windows. Это кроссплатформенное приложение. В общем, download. И вот под Linux есть Tarball, TargZ. Но в основном винтой есть в репозитории любого дистрибутива, и это касается и Arch Linux в том числе. Это такая распространенная программа. Если мы сейчас зайдем в менеджер приложений и напишем винтой. Напоминаю, у меня система Manjaro, то есть Arch Based, и в Arch Linux тоже должен быть винтой в репозиториях. И вот он, винтой в официальном репозитории. Написано официальный репозиторий комьюнити. То есть винтой у нас тут есть. И также Voi USB. Вот Voi USB. Voi USB есть в ауре только у нас. Только в ауре. По поводу самого пакета Voi USB, это главный пакет, в принципе. И
он терминальный чисто. То есть сама по себе программа в USB это чисто терминал, это чисто консоль. Но есть и прослойка для этого приложения во USB NG и во USB GUI. Во USB GUI версия старая, она не так хорошо работает, как во USB NG. То есть версия NG, она написана позднее, там на другом языке программирования написан интерфейс, и он получше. А то просто бывает скачивают тоже какую-то фигню во USB, а потом говорят, что она не работает. Так вот, надо скачивать во USB NG. И во USB NG ставят, там все нормально получается. Так, еще одна программа, это Windows 2 USB. Прям так и пишем, Windows 2 USB. И первая ссылка у нас на Гугле, это ссылка на GitHub. Здесь листаем вниз, и где-то тоже должны быть упоминания про инсталляцию, наверное. Ну, навряд ли будут. Потому что эта программа, она, во-первых, не везде есть, не в любом дистрибутиве. И она изначально идет у нас чисто как скрипт с GitHub. То есть мы просто нажимаем git clone здесь, копируем, заходим в терминал. Git clone вставляем и работаем с этой программой в основном отсюда, то есть из папки. Вот она папка создается Windows 2 USB. Сюда заходим, вот тут еще раз открываем терминал и уже работаем, так сказать, с этим скриптом, с этой программой Windows 2 USB, записываем через нее флешку. Но это не везде так. Допустим, под Arch Linux есть эта программа уже, она находится в репозитории. Точнее, в ауре находится. Вот, есть Windows 2 USB, вот в ауре есть эта программа. И в чем разница между установкой с аура и вот таким вот скачиванием с GitHub? Разница заключается в длине команды, которую мы будем забивать для записи образа на флешку. Далее я это покажу. И просто наперед скажу, что с Aura там ставить или встраивать ее в дистрибутив гораздо удобнее, потому что тогда придется вводить более короткие команды для использования этой программы. Вот сами потом увидите. Ну что ж, на этом устная часть заканчивается, переходим к практике. Начнем с VoUSB NG и Windows 2 USB. И закончим винтуем. Итак, и первым кандидатом на тестирование у нас пойдет VoUSB NG. Я ее уже за кадром установил. Вытащу на рабочий стол сюда, просто чтобы показать. Вот так выглядит ярлычок. Мы его запускаем. Запрашивает пароль. Подтверждаем. После этого формат диск image. Короче, выбираем формат файла, который мы будем записывать на флешку. Это ISO. ISO файл. Вот Windows 7. Открыть. Аналогично Windows 10 и Windows 11. То есть это просто я общий принцип показываю. Выбираем, куда будем записывать. Вот моя флешка Transit 4 гигабайта. Нажимаем Install. Соглашаемся. Все, идет запись. Так, но сейчас я запись отменю и хочу обратить внимание на очень такой важный момент. Чтобы флешка у вас, у меня G-Part есть, должен быть тут. Part. Так, секундочку, установлю сейчас G-Part, это покажу, о чем я хочу сказать. Ну так вот, значит, вот наша флешка в программе G-Part. У нее есть какая-то неразмеченная область и FAT32 раздел. Но это, скорее всего, от того, что была попытка записать ISO-образ винды, там и программа начала уже как бы разбивать на разделы. Но, в общем, я так скажу, что если вы до того, как пользоваться VoUSB NG или Windows 2 USB, если вы до этого записывали флешку через программу винтой,
то после удаления винтоя с флешки разделы на ней могут все равно остаться от винтоя, и это может стать проблемой для записи в последующем на нее и сообраза через программу VoiceUSB NG или Windows 2 USB. Так что будьте внимательны и просто предварительно лучше зайти в Gparted, или если у вас нет Gparted, можно сделать это через терминал, флешку почистить, отформатировать ее от этих лишних разделов. Как это сделать, если через терминал будете делать, я уже показывал в своем ролике по редактированию разделов в Linux. Сейчас вылезет подсказка. Ну и ссылочку в описании оставлю, тоже можете посмотреть. А в Gparted просто вот выделяем эти разделы, нажимаем сюда вот на красный крестик и применяем все, чтобы флешка была чистая. То есть можно сделать неразмеченную область. Можно создать на этой неразмеченной области, создать раздел новый и, господи, FAT32. Потому что FAT32 это стандартная файловая система флешки, как бы всегда в нее форматируется. И большинство программ ее считывают нормально, с ней работают хорошо. То есть либо FAT32 создаем, либо просто оставляем флешку пустой. В некоторых крайне редких случаях можно вообще полностью там устройство там создать новую таблицу разделов. Вот, и тогда флешка полностью сотрется почастую, и можно будет ее оставить либо пустой, либо опять же создать на ней FAT32 раздел для последующей работы. Все прекрасно, продолжаем, значит, работать с программой VoiceUSB NG. Итак, закинули ISO-образ, выбрали флешку, нажали Install, согласились и ждем до упора, пока у нас не напишет, что sucifol write, все записано успешно. Вот сейчас происходит копирование файлов довольно быстро. Сейчас происходит установка загрузчика, там подготовка всяких педалей для того, чтобы спокойно могла флешка запускаться под UEFI и под обычный BIOS. Собственно, ну и все, в общем, ISO-образ записался на флешку, заняло это, ну да, в принципе, довольно прилично, она долго записывала, но все, тем не менее, все успешно, как бы, флешку можно, нажимаем ОК, вытаскиваем флешку, перехожу на запись, так сказать, с камеры, с внешней, и уже посмотрим, как это будет у нас на компьютере, на тестовом нашем пациенте работать. Вытаскиваем нашу флешечку. Отмонтировали переход. Вот наш тестовый пациент. Втыкаем флешку сюда. Загорелось у нас, значит, меню граб, а точнее логотипчик, то, что он сейчас будет. И пошла вроде как загрузка с нашей флешки и с образа Windows 7. Ну, загрузчик граб устанавливается для того, чтобы служить загрузчиком и чтобы стартовал ТС-образ. Так он работает, короче.
Чем мы ждем? Ждем мы, значит, нормального, адекватного запуска, потому что, насколько я помню, раньше, когда я записывал через VoiceBNG, оно как какие-то проблемы были с запуском, почему-то не стартовал нормально ISO-образ. Где-то на этом моменте обрывалось уже все. А в этот раз, как вы можете заметить, все как бы прошло успешно. Ну и у моего подписчика, которому я помогал, тоже, в принципе, с этой программой все было довольно успешно. Только он записывал Windows 10. Так, сейчас посмотрим, определит оно диски или не определит. А то есть такой прикол на этом. На винтой, короче, что винтой диски, точнее, ISO-образ винтой диски не видит нифига. Ну давай, я согласен. Кнопка далее, поехали. Так, полная установка. Yes! Он увидел диск. Так, показать подробности. Установка в данную нужно отформатировать раздел в интерфейс. Без проблем, бро. Хоть в ext-file отформатирую. Главное, что ты диск видишь и можно с этим диском работать. То есть и все. И далее мы нажимаем, у нас пошла установка винды. Короче, однозначно лайк. Этот способ 100% работает. Погнали дальше. Итак, следующая программа у нас на очереди — это Windows 2 USB. Для того, чтобы ей пользоваться, придется открыть GitHub, страничку на GitHub. Windows 2 USB GitHub. Ой, через... Все написал неправильно. Вот так, короче. Потому что тут находится инструкция, как бы, чтобы можно было вообще понимать, как с этой программой работать. То, что тут сверху написано, оно нам нафиг не нужно. А, вот, смотрите, тут можно скачать портабельную версию Portable AppImage. Но я не знаю, типа, я не пользовался AppImage. Давайте сейчас попробуем. Хотя у меня в системе, типа, и так уже установлена в системе программа Saura. И, типа, я не знаю, как будет работать. Как AppImage, короче, установится. Ну, короче, если хотите, можете протестировать, потом в комментариях отписаться по поводу AppImage. Вот. Как с AppImage работается. Потому что смотрите, какая ситуация получается. Если мы используем Windows 2 USB из этого каталога, ну, точнее, из каталога, который мы скачали, вот клонировали с GitHub скрипта, то нам придется открыть терминал. Ну, в любом случае придется открыть терминал. И потом в этом терминале мы пишем следующее. Смотрим по инструкции, значит, как нам прописывать команду Windows 2 USB. Windows 2 USB. Потом наше устройство, которое нам надо было посмотреть заранее, по идее. Для того, чтобы посмотреть, какое у нас устройство, на которое мы будем записывать ISO-образ, мы пишем команду sudo fdiskl. Вот. И здесь у нас, значит, либо на русском будет написано диск, если русифицировано, либо на английском будет написано диск. И вот это как раз-таки и есть dev, это путь. А конечное обозначение — это есть имя нашего диска, на который будет записан ISO-образ Windows. В моем случае у меня вот эта вот флешка на 3,74 гигабайта, она у нас идет под именем SDC,
и будем мы вводить полное, то есть dev sdc. Вот, так что мы пишем далее. Еще раз подсказку чекаем. Device, то есть устройство, диск, на который будет записана флешка наша. Пишем dev sdc. Да, ой, еще раз перестрахуюсь, блин, на всякий случай. SDC, все правильно. Так, потом указываем, откуда у нас будет ISO-образ Windows записываться. И вот в этом-то как раз и кроется вся фишка, почему я говорил, что скачанный скрипт с GitHub, вот этот каталог, это гораздо более неудобная штука, чем установленная программа Windows 2 USB в системе. Потому что на этом моменте нам придется, блин, давайте сейчас я покажу, где находится у нас ISO-образ. Если я сейчас посмотрю свойства, то у нас путь получается вот такой гигантский путь у нас для этого самого. Для ISO-образа, то есть откуда у нас будет браться ISO-образ. Если бы я скопировал этот ISO-образ, допустим, даже себе на рабочий стол этой системы на флешке, то путь все равно был бы очень длинным. Типа, чтобы путь был короче, это нужно тогда, наверное, сюда, вот в эту папку прямо положить этот ISO-образ, в папку win2usb, чтобы все выглядело типа. То есть, смотрите, у нас по схеме просто получается, нам нужно сюда просто имя файла записать, имя ISO файла вместе с расширением .iso. Для того, чтобы программа смогла его записать. А так нам получается придется, из-за того, что у нас ISO-образ находится черти где, нам придется сюда полный путь до него прописывать. То есть аж вот так придется делать и в конце только дописывать, там как у нас файл называется. Брать имя файла еще отсюда, полностью его копировать, идти сюда обратно в терминал. И добавлять это имя файла. И получается вот такая вот длиннющая сороконожка, которую нужно сюда записать, потому что у нас, короче, программа Windows 2 USB не в системе, а находится просто в отдельном каталоге. Ну и, соответственно, мы потом пишем там, еще дописываем сюда, тут приведен пример, это MBR. Но можно еще и под вот MBR, запятая GPT and бла-бла-бла. Вот это человек говорит о том, что если у вас обычный BIOS, пишем сюда MBR. Если у вас UEFI BIOS, пишем сюда GPT. Тогда будет использована таблица разделов GPT. Но, тем не менее, все равно почему-то он здесь пишет, что рекомендуют использовать MBR все равно для записи флешки. Ну, то есть, я так понял, что по стандарту, по умолчанию, можно использовать MBR. А если у вас не получается с MBR, вот с этой строчкой в конце, тогда используйте GPT. Пишите в конце GPT. В общем, вот такой вот формат записи получается. Попробуем, давайте записать по стандарту. А, и я сейчас стираю, короче, для того, чтобы показать, как это будет выглядеть вообще, в принципе, если у вас будет установлено в системе Windows 2 USB. Закрываем сейчас терминал, да, закрыть. Ладно, просто выйду на главный экран. А он мне вообще не нужен, по идее, терминал. Я прямо из этой папки, короче, в которой я сейчас нахожусь, в папке с ISO-образом, запускаю тут терминальное окно. Пишу ls просто, чтобы посмотреть, как у нас имя файла называется, чтобы скопировать и вставить его потом. И как и в прошлый раз, я пишу тут Windows 2 USB, потом устройство dev sdc, потом имя файла пишу полностью с расширением его .iso. И потом пишу, какую таблицу разделов буду использовать. Раз рекомендуют MBR, значит будем в MBR. Потом нажимаю Enter. Ввожу пароль.
И ждем, пока программа отработает и запишет нам наш ISO-образ. На ошибки в процессе не обращаем внимания, потому что программа сама знает, как лучше записать. Она там сама размещает, точнее, стирает флешку, записывает разделы, там, заливает ISO-образ. Короче, программа лучше знает, как это все сделать. На ошибки внимания не обращаем. Это только если произойдет обрыв, как бы, в записи ISO-образа. Тогда вот действительно будет важно посмотреть, почему произошел обрыв. А, и еще такую штуку хотел сказать. Ну, точнее, еще раз хотел вернуться на этот момент. Может быть, кто не понял, не допонял, короче, потому что там не особо интересно дальше будет. Вот это самая главная команда. То есть пишем Windows 2 USB, путь до диска, dev свой диск. И это самое название нашего файла с ISO-образом полностью, с точкой ISO. И в конце ставим еще таблицу разделов, которую вам лучше использовать. Я вообще это записываю под комп со старым биосом, поэтому тут, в принципе, MBR просто как родная пойдет. Но если у вас какой-то супер новый компьютер, то, возможно, может быть такая ситуация гипотетически, что вам пригодится использовать GPT, таблицу разделов, и в конце придется вместо MBR дописать GPT. Вот. Но я рекомендую все-таки сначала все равно попробовать по стандарту записать с MBR. Ну и, в общем, дожидаемся, когда завершится процесс записи, как обычно, как и в предыдущем случае. Включу, наверное, тут таймлапс. Ну что ж, вот и подошла к концу запись ISO-образа на флешку через программу Windows 2 USB. Как всегда, по традиции, вынимаем флешечку и идем на тестовый комп проверять второй раунд с записью ISO-образа через программу Windows 2 USB. Вынимаем флешечку, у нас все all done, то есть все выполнено. Бумчик и бум переход. И теперь несемся вставлять ее сюда и, так сказать, проверять. Что же будет? А вот видите, смотрите, а вот здесь уже без этого самого, без загрузчика grub, то есть эта программа, она каким-то образом записывает, я так понимаю, родной загрузчик винды на флешку и воссоздает условия примерно как программа Rufus записывает на флешку. То есть эта программа, она как-то более роднее, что ли, для винды записывает саму винду на флешку. Ну, это мое такое субъективное мнение, согласно тому, что я наблюдаю. Вот. Ну и, соответственно, проблем с запуском вообще никаких не возникает. Сейчас, в общем, точно так же зайдем, посмотрим, что у нас там с дисками, какая ситуация, видит оно диски, не видит. Камера не фокусируется нифига. И, о да, все у нас работает, диск видится, все окей. То есть можно смело брать и устанавливать. То есть и это снова лайк, друзья. У нас вторая программа четко отработала, так сказать. И уверенно ей можно пользоваться. Так что переходим к последнему заключительному тесту через программу винтой. Заодно и посмотрим, какие с ней косяки есть.
Ну и последняя заключительная программа на сегодня – это винтой. То есть я его уже установил с репозитория, как положено все. Запустился, как бы имеет на вот такой ярлычок. Вот такой вот общий, такой известный ярлычок имеет. И вот такой интерфейс у этой программы. Значит, здесь какие опции есть? Здесь также есть опция Partition Style. Это MBR или GPT. То есть MBR для старых биосов, GPT для новых биосов, для новых технологий. То есть для тех, у кого не работает с MBR, можете записать в GPT. Потом Partition Configuration. Это я хз, наверное, сколько выделять места под вторую партицию для записи, так сказать, для переноса ISO-образов на флешку. Потом language. Можно выбрать русский язык, чтобы программа была более понятна, как ее использовать. А, ну вот, дополнительные разделы. И удалить винтой. И также можно показать все устройства, которые вообще доступны, так сказать, для записи туда винтуя. Итак, записываем винтой, выбираем нашу флешку. Здесь вот SDC, 4 гигабайта, да, это вот моя флешка. Также есть рядом кругляшок, на него можно нажать, чтобы, так сказать, программа обновила список устройств, доступных для записи. В общем, выбираем флешку, и вот у нас винтой, который будет установлен. Написано таблица разделов, какая будет. У меня это MBR. Нажимаем установить. Окей. Окей. И в этот момент винтой форматирует флешку просто подчистую и записывает на нее все, что там должно быть. После записи у нас получается вот пишет винтой в папке. Винтой в пакете. То есть это винтой, который в системе установлен у нас, имеет такую версию. И теперь винтой на накопителе то же самое. Можно, то есть после этого винтой еще можно будет обновлять вот с помощью этой кнопочки. И тогда, если винтой в системе обновляется, там будет версия, допустим, 1.1.0. Допустим, будет версия следующая. А винтой на флешке будет старая версия. Можно будет нажать обновить, и он обновится. Окей, после этого мы закрываем программу винтуя, она нам больше не понадобится. Сейчас я закрою файловый менеджер, заново его открою. И теперь у нас вот наш винтуй внизу в самом. Вот он. Нажимаем сюда на него, и у нас открывается как будто бы папка для переноса сюда ISO-образов. Ну и это действительно так. А по факту, смотрите, если мы сейчас зайдем в Gparted, в редактор разделов, мы можем увидеть, что у нас, оказывается, флешка-то наша, она уже поделена на два раздела. То есть один раздел используется самим винтоем, он у нас FAT16, и именно там находится загрузочная запись винтоя и все педали для того, чтобы в последующем загружать ISO-образы Linux и Windows, потому что винтой это для мультизагрузки, точнее это программа для создания мультизагрузочной флешки. Сюда можно закидывать целый винегрет из ISO-образов разных, там и Windows, и Linux, там разные версии, разные дистрибутивы, и винтой будет способен все это загружать. Вот. Но сегодня речь не о мультизагрузке, а конкретно о Windows. И как раз таки вот этот вот раздел, который EXFAT у нас, вот на нем и находится у нас, и находятся все ISO-образы. А тот, который FAT16, 32 мегабайта, вот он загрузочный. Итак, вот как раз у нас папочка, вот это вот свойство. Понятно. Она отображается как RAM, даже не пишет. Ну, в общем, пишет все равно, что свободно 3,7 гигов внизу, вот так вот, если посмотреть. А вот в свойствах что-то нифига не пишет. Хотя не, вот так вот внизу пишет, что 3,7 гига. Ну ладно, в общем, закидываем сюда ISO-образ и поехали. Так, где у нас там ISO-образ лежал?
Да, копировать винтой, вставить файл. Происходит этот процесс довольно быстро, правда, вот отмонтировать флешку иногда может не с первого раза, но зато записывает быстро. Замечательно, у нас записался и образ. Теперь мы нажимаем отмонтировать флешку и какое-то время ждем, пока флешка у нас отмонтируется. Она бывает долго отмонтируется. Но это нужно обязательно сделать, чтобы ISO образ записанный на флешку не пострадал. Да, блин, оно уже отмонтирует, конечно, минут 5 или 15. Ну, короче, в таком случае, ё-моё, да неужели? Только я хотел ругаться, уже оно взяло и отмонтировалось. Реально, просто скриньте, короче, это исключительные кадры. Импровизация. Ладно, короче, все. Погнали, так сказать, тестировать на нашем подопытном кролике. Так, все, поехали. Снова гениальные переходы. Хоба. Так. Засовываем дырку. Опа. Запускаем комп и смотрим, что получится. Пошел, значит, загружаться винтой. Загрузчик винтуя. Вот он увидел наш сообраз. Нажимаем на Enter. Он спрашивает, как его загружать. Выбираем Boot Normal Mode. Ну. Во, все. И грузимся, короче. Грузимся. В процессе, кажись, он его еще распаковывает, этот образ. Поэтому здесь как бы чуть дольше это занимает по времени, чем на предыдущих вариантах. А, короче, в итоге что-то не увенчалось успехом процесс загрузки с винтуя, блин. До сих пор все висит на этом месте, я не знаю, что происходит, попробую сейчас... Другой тестовый комп притащен там. Итак, значит, снова флеха, снова комп, уже другой комп. Это у нас Lenovo ThinkPad. И, значит, стартуем. Посмотрим, как на ThinkPad все у нас будет работать. Да, тут не хватает части клавиатуры. Так сказать, побитой жизнью ThinkPad. И вновь у нас наше меню вот это вот винтуя встречает. Попробуем снова Boot Normal Mode. А, кстати, да, возможно, я просто был, ну, типа, в Normal Mode не грузит. Надо было попробовать, наверное, Vim Boot Mode. Ну, ладно, давайте посмотрим, как будет в Normal Mode загружаться. Для начала. Если будет такая же шляпа, тогда придется это самое. Да, видать, так грузить оно не будет. Ну да, давайте попробуем WinBoot мод. WinBoot мод. Проверяем. Я как бы не исключаю такого варианта, что и в прошлый раз это была типа распаковка образа, там загрузка файлов, но камон, я ждал там минут 20, наверное, и оно, короче, все равно не запустило. В общем, реально долго ждал, и чуда не произошло. Поэтому еще раз так ждать как бы уже неохота.
Хотя тот компьютер, как бы, но он не такой уж слабый, ну, типа, уж с винтой это распаковать образ-то он может. В общем, какая-то странная ситуация. Ну, давайте попробуем, как будет с Вимбутом. Сейчас, наверное, на паузу поставлю, чтобы долго не ждать. Короче, остались буквально считанные минуты. Уже 89% эта фигня дошла. Loading files. Винтой Вимбут. И момент истины получается. Посмотрим, что у нас в итоге получится. Смогет или нет. Ля, что произошло? Вау! О май факинг гаш! Все-таки оно запустилось. И даже пошла загрузка Windows, вроде как, да? Даже как-то неадекватно быстро пошла загрузка Windows, прям пушка. Так, установка. Так, почему NDFS? Удалить. Окей. Ну смотри-ка, нифига себе, то есть, вау, это реально очень странно. Просто перед этим я пробовал, на чем я пробовал записывать-то? На UEFI вроде. Здесь-то у меня комп с обычным биосом, со старым биосом, причем там такой еще старперский реальный биос. Вот. А на UEFI вот два раза пробовали, что вот подписчик пробовал, что вот я пробовал. Нифига, короче, не прокатывало UEFI, точнее, это самое, винтой записывать не хотел. Так что выходит, что через винтой все-таки можно записывать, точнее, можно через него загружаться с ISO-образа винды, но имейте в виду, что не всегда это возможно. Бывает такое, особенно на UEFI-биосах, что могут возникнуть проблемы. Если я найду скриншот, картинку того, что пишет как бы винтой по поводу, короче, когда запускается ISO-образ винды и что пишет, что он не может диски найти на компьютере. Если я найду скриншот, я вставлю тогда в ролик. Вот такие вот у нас пироги на сегодня получаются. Ну что ж, а на этом данный ролик подошел к концу. Всем тепла, хорошего настроения. Смотрите мой канал и всего вам доброго.